По календарю приближается зима, однако в Абхазии стоит теплая и сухая погода. На набережной Сухума многолюдно, летние веранды кафе по-прежнему заполнены посетителями. Родители не упускают возможности выйти с детьми на прогулку, а кто-то предпочитает наслаждаться шумом волн в одиночестве. Осеннему бархату особенно рады туристы. Многие из них приехали в период локдауна, а потом решили продлить отдых. Вообще мы были здесь 5 лет назад, нам очень понравилось. Но мы были в Пицунде, до Сухума мы не доехали, было далековато. Да. И решили посетить все-таки Сухум, доехать до конца. Вот, и решили вот приехать осенью, потому что по работе. Очень приятно, потому что в Ростове более холоднее, и здесь мы просто вот в осенних таких легеньких обуви, одежде. Приятно очень, тепленько. У вас вообще здесь все зеленое, у нас уже листьев нет. Потрясающая осень в Абхазии, собственно, поэтому я здесь, потому что погода шикарная, можно тренироваться на открытом воздухе, кайфовать, наслаждаться природой. Так что мне все очень нравится. Мы идем, и воздух, и солнце, и погода, и люди, гостеприимство, еда. Ну просто у нас вот не было дня, чтобы мы не радовались. Мы восхищены, и говорю, вот, это какая-то уникальная республика такая, да, вот немножко получилось, что она для кого-то, для мира затерянная, да, но это, наверное, только, как сказать, это начало, да, эпохи Абхазии, думаю, в будущем она будет развиваться. Мы прилетели на мой день рождения, вот отметить день рождения, вот искупаться в море все-таки. Да, хоть мы оно планируем, хоть уже, да, сезон закрыт, но мы-то его только открыли для себя. Да. Будете купаться? Конечно. Обязательно. Жители и гости Абхазии надеются, что такая погода продлится как можно дольше. Однако, по словам метеорологов, бабье лето подходит к концу. Причем понижение температуры воздуха в субтропическом климате с высокой влажностью может стать довольно ощутимым. Когда осень теплая, примерно в 80% случаев зима холодная. Очень резкие перепады температур, они характерны. Вот буквально я скажу, что в ближайшую неделю, может, 2 недели, очень резко понизится температура. Резко. Дай бог, чтобы не выпал, не было заморозков у нас. В горах Абхазии еще в сентябре выпал и уже растаял первый снег. По сравнению с прошлым годом это произошло гораздо раньше. По прогнозам, в этом году снег ожидается и в городах. Я по всем признакам считаю, что будет снег. И он будет лежать хотя бы неделю там. И будет снег. И будет чередоваться вот эти оттепели. Сильное повышение с резким понижением температуры и выпадением снега. Декабрь, он не будет очень холодным, он будет обычно. Декабрь является самым теплым месяцем зимы, календарной зимы. Он так и останется, но, возможно, вот изобилие осадков может быть в декабре. Теплая погода побалует нас еще пару дней, а значит, еще есть возможность насладиться солнцем. Какие бы сюрпризы ни устраивала погода, нужно обязательно бывать на свежем воздухе. Только не забывайте соблюдать социальную дистанцию и одеваться по погоде. Эсма Гуландзе, Арина Агухава, Абхазское телевидение.